Молодая пара Дмитрий и Ольга познакомились около года назад. Их амуром, как часто случается в современном мире, стала социальная сеть. Дмитрий долго ухаживал за Ольгой, давая понять всю серьезность намерений. Готовились к торжеству недолго, но ответственно. Коронавирус препятствием для свадебных торжеств не стал. Молодожены уверены, преград для влюбленных быть не может. Познакомились мы 9 месяцев назад. Вот. Свадьбу хотели и я маленькую всегда, и Дима тоже. Поэтому... Так вот, в этот именно период. Да, еще так совпало. Да, случайно. Очень любим друг друга, и поэтому не боимся преград. Да, позвали самых близких, родители, брат, сестра и свидетели. Свидетели. Торжественную церемонию молодожены решили провести в Доме гражданских обрядов. Здесь, в период непростой эпидемической ситуации, ввели новые правила. Пик регистрации новых браков начался в апреле, когда закончился пасхальный пост. И в это время были предприняты некоторые ограничения. Держать социальную дистанцию и уменьшить количество гостей – главное из них. Но даже эти критерии не останавливают влюбленных. Что касаемо регистрации брака, то сейчас у нас не только, наверное, период эпидемиологической ситуации, но этот год у нас еще и высокосный. Поэтому, конечно, количество браков, оно не такое великое, как бы нам хотелось. И, наверное, по сравнению даже с прошлым годом браков чуть меньше. Но в то же время они у нас есть. Наши молодожены, несмотря на то, что такая обстановка, они приходят к нам, создают семьи. И дальше уже шагают уже как муж и жена по жизни. Жизнь продолжается. Кто-то появляется на свет, кто-то решает создать семью. На все эти процедуры нужны документы. А значит, сотрудники ЗАГСа без работы не останутся даже сейчас. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.